Длина метрополитена в Новой Москве составит около 70 километров. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Около 20 станций метро появится в Троицком и Новомосковском округах в течение 5-6 последующих лет, сообщает пресс-служба стройкомплекса столицы. Уже принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии после Коммунарки, это Новомосковская или Потапова, рассказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Житкин. По его словам, сейчас станции в Новой Москве охватывают около 3,6 тысяч квартир. В дальнейшем метро дойдет до Троицка. Протяженность линии городской подземки на присоединенных территориях составит около 70 километров. Коммунарская линия стартует от станции МЦК «Крымская», пересечет Калужско-Рижскую линию в районе Академической и БКЛ на станции улицы Новаторов, пройдет через несколько районов юго-западного административного округа столицы до поселка Коммунарка Новой Москвы. Первый этап стройки планируется закончить в 2023 году. На втором этапе работ ветку продлят до Троицка. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!